Здравствуйте, подпишитесь на канал, да, не забываем нажать красную кнопку подписаться и ставить лайк. Благодарю за просмотр этого видео. Я не скажу, что весь Казахстан можно наблюдать на карте, но просто проанализируйте, но в Алмате можно. Но в любом случае, конечно, рекомендую официальные приложения, которые от Акимата. Но если неудобно, да, здесь можно, кстати, наблюдать Актау, Семей, Павлодар, Екибастуз, да. Так, теперь здесь тоже просто здесь удобно, как бы. Многие просто берут карту от Google, что очень неудобно. Google, знаете, очень сырое приложение. Карта, да. Нажимаем открыть. Здесь можно не писать, просто сказать: Алиса, 38-я автобус. Показываю варианты. Вот. Так, иногда, вот, показывать вот как. Иногда, возможно, не будет показывать, так как берет от поставщиков. Вот, смотрите. Очень удобная, прям, я бы сказал. Прям точностью. Это в Алмате. Так, например, я хочу уехать домой. Атакент. Сейчас найду. Ну, вот так, вы можете, конечно, домой. Маршрут. И вот. Детали. Поехали. Так, это я в лесу сейчас. Роща Баума. Иду пешком. И вот. Так. 1 километр пешком. 14 минут. А вот семерки идет. Вот, тридцатки. Тридцатка, семерка. Очень, очень удобно. Смотри, синий. Один зеленый. Я бы сказал, просто Яндекс.Карта очень комфортна для использования. Более детально показывать, например. Тот же Онай, например. Хоть показывать. Ну, так неудобно, понимаете? Вот, например. Карта. Вот двойка, это самый популярный маршрут. Он двигается в одном месте, как будто стоит, понимаете? Вот она не двигается, смотрите, стоит, ну, хотя она идет. Вот, теперь двигай, теперь стой. Еще двигайся, смотрите, вот я говорю это. Вот, теперь, то есть не онлайн двигается, понимаете, стоит. И очень неудобно как-то. Напишите комментарии, да. Опять же, это в Алмате. Да. Смотрите, проанализируйте, может в вашем городе тоже есть, да, онлайн наблюдение за автобусом. Так, Алиса, 92-й автобус. Взгляните. Тут популярный автобус, о, идет сейчас. Вот, смотрите, двигается прям онлайн, вот идет прям приятно. Ставим лайки, подписываемся на канал, не забываем.